Давным-давно четыре королевства Эльстри вели нескончаемую войну. Много лет длилась она, а затем из-за океана явился новый враг и принялся разорять ослабленные земли. Когда жители совсем уж было отчаялись, юный король Удольф обнаружил высоко в горах источник древней силы. С ее помощью он победил захватчиков и объединил королевство под своим знаменем. Бесконечным источником магической силы пользовались лишь самые умелые мужчины и женщины нового королевства – воины слов. Одни области нового королевства процветали, другие же пришли в упадок. В одном из самых бедных городов живет паренек. Его история только начинается, а его имя войдет в историю. Всем привет, всем привет! С вами Шмыга, и вы на канале Шмыги. Сегодня играем в игру под названием Хаймрик. Собственно говоря, про паренька, вот этого паренька с кровью. Почему с кровью, не знаю, но как-то так. Двигаться АД. Так. Ага. Хаймрик заметил странную книгу и перо рядом с ней. Писарь по профессии. Он обычно писал чернилами. А обмакнуть перо в кровь... Даже и не думал. Странная мысль, и все же он вывел алым свое имя на первой странице книги. И тут его тело растаяло. Хаймрик слышал рассказы и легенды о необычном ключе, открывавшем старую ржавую дверь. А, я понял. Хе-хе-хе. F использовать. А он прыгать умеет, интересно, этот Хаймрик? А, да. О, шикарно. За ней оказалось странное место, где дождя никогда не бывало и все высохло. Играть с огнем здесь не стоило. А, играть с огнем... Тихо. Всюду виднелись следы давней битвы. Среди обломков выделялся меч. Наверняка, даже кому-то Че? Рывок Куи. А, так, меч. Принадлежишь какому-то храброму воину, павшему здесь. Оп. Шикарно. А, подожди, мне там что-то дадут или нет? Так, нет, все, да? Атака, ну да, мы уже, значит, так это прошли. Так, неприятное место. Кровь и земля перемешали в жуткую грязь. Рядом валялись ведра, из которых, наверное, тушили пламя. Да, слушай, нормально так, нормально так. На земле лежали арбалеты и стрелы. Видимо, они принадлежали стрелкам, укрывавшимся в старом замке. Арбалет. Стрелы. Тут еще и будет прицеливание. Нормально. Оп. Подожди, а как прицеливаться-то? Ого! А мышки нету, да?
Подожди, а как... Как стрелять-то? А, F. Блин, я забыл. О, ёптель! Так, пора валить отсюда. Пора валить, это было очень сложно. Да, я почти сдох. Все. Ему требовался арбалет и еще пара стрел, чтобы побить дра... А куда ему стрелять, в глаза или нет? Ну не надо так делать, слушай, да, я тебе попаду нормально так вот так. Ай. Все? Куда тебе теперь стрелять тебе? Ну покажи, ага. Сейчас пламя пройдет. А в глаза теперь или? Ой, ё, а, а. Ну хорош, давай! Yeah. Шикарно! Шикарно! Ой-ой-ой-ой! Очень прикольно сделано и, в принципе, шикарно. Что? А, почему мне... А, я понял, все. А, подожди, а что надо делать-то? А что нужно сделать? Я не понимаю. Что нужно делать? Сука. Я не понимаю, ребят. Кто мне объяснит, что надо делать здесь? А, я понял. Нужно в нужный момент нажать пробел. Фак. Я тупой, да? Я все. Шмыгш тупой. Оп. Оп. Ну кто сомневался? Ну, конечно же, никто не сомневался. Все было классно, шикарно. Классно и шикарно, да. Какой реальный сон. Хорошо, что я проснулся. Вот и новый день. Найти Елену. Это моя работа. Что делать, когда придет конец света? Шаг первый. Это что, клякса? Лучше начать сначала. Клиентам нужна безупречная работа. Помни, мой милый, людям надо делать добро. Людям делать добро. А, это я здесь опять? А там что есть, что нет? Это зелье моей мамы, а она всегда старается помочь страждущим. Прыгать нельзя здесь. Угу. О, ты кто? Такие тяжелые ведра, а мне на парад надо.
А ты не идешь? Это на другом конце города. О, я не знал, пожалуй, потом можно заглянуть к Елене. Парад проходит на другом конце города. Йоу, камон! Закрыто из-за парада. Фирма 1С представляет. Закрыто из-за парада. Игру студии Below the Game. Хаймрик. Парадище. Слава королю Лудольфу и его продажной власти. Что происходит, Болдвин? Король традиционно обижает страну в честь Дня Объединения. В этом году он почтил своим высоким присутствием Синизу. Он ездит на холеных конях, пока я гну спину за корм для мула. Не знал, что у тебя есть мул? У меня его нету. Хорошо, что в этом убогом городке есть Елена. Пиво у нее течет рекой. Эй, Хаймрик, есть идея? Давай на перегонки к Елене. Кто последний окажется у колодца, покупает пиво. Давай. Эй, алло. Чё за приколы? Банановые. Йоу. А-а-а! Сюк! Сюсюк! Я выиграл, да? Я классно? Иди вперед, подожди меня в баре, я помогу этому хлюпику с ведрому. Когда видишь Елену, подбери слюни, чтобы они не капали в пиво. Ха-ха, балда, лошара. Проваливай из моего бара к чертям, паршивый слизняк. И если снова заявишься без моих денег, я вырву тебе глаза и подам их к Мартине на зубочистке. Суровая женщина. Все ясно. Правда, она ангел? Да уж. Бульц. Не понимаю, почему людям это нравится. Ужасно, как так он конфузится перед Еленой из-за этой ерунды. Больше в рот это не возьму. Хр-хр. Здорово. Привет, красавчик, чем пришел? А, это ты, надеюсь, ты готов отдать мне долг? Еще нет, но я начал переписывать новую книгу, кто-нибудь ее точно купит? Хаймрик, в этом городе твои книги никому не нужны. Погоди, я подложу настоящих клиентов. Да, конечно, я понимаю, но... Ай, да? Ты что, новенькое переписываешь? Нет, это старая история о королеве пиратов, которая отправилась на край света. Еще одна книга, которая никому не нужна. Скорее всего, может, принесешь ее мне? Возможно, я на нее взгляну и спешу в честь твоего долга из уважения к тебе. Как мило с твоей стороны, Елена, я сейчас. Ну хорош. Сколько можно блевать? Помню, мой милый, людям делал добро, да. Стоп. Это моя рыба, что делаю, когда конец шаг первый. Лучше начать сначала. Клиент уже безупречная работа. Так, мы поняли, что это все обман. Обманище. Сплошной обман в этих играх. Я так и знал. В смысле? Он мне не дает пройти, смотри какой. Наглец. Так, а что мне делать тогда? Вот и библиотека, родной дом переписчика. Та-ра-т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 а. Откуда здесь эта книга? Раньше я ее тут не видел. Видимо, кто-то пробрался сюда, чтобы подложить книгу, а мы с Еленой и не заметили. Кожаный переплет совсем старый, даже чернила выцвели. Думаю, такая старинная книга должна быть ценной. Возьму ее и изучу получше. Эй, это еще что такое? Это же голос Елены, пойду узнать, что происходит. Эй. Хаймрик увидел странную книгу, такую же, как во сне. Стоило ее взять, как дверь таверны разлетелась, и внутрь валился Огр и группа воинов. За ними шел Мурдок. Могучий колдун льда. Он взмахнул рукой, и все... И все застыли.
Все, кроме Хаймрика, Мурдок пришел за книгой, новой книгой Хаймрика. Тот вспомнил сон и ткнул в руку кончиком пера. Случилось невероятное, и теперь это был вовсе не сон. Хаймрик оказался внутри книги, как и меч, а также горевший в таверне факел. И еще бочка, в которой был порох для фейерверков. К несчастью, вражеские воины тоже были здесь. А бросать как? Подожди. Я могу только в бочку нести. А, понял. Мне нужно, короче, кинуть в них бочку. Ну блин, а как это сделать? Стой. А, нужен порох? Нет. Бочка с порохом. Да ё-моё. А как её разместить-то? Вот бред. Ладно, давай мечом фигачить. Ну а что делать? Не хочет почему-то. Я, может, что-то неправильно делаю, но... Короче, неважно уже, да? Никому это не интересно. Совершенно не интересно. Опа, нифига. Ну хорош! Не надо умирать, пожалуйста. Нет. Так, короче, я не пройду. Факел давай возьмем. Может, с факелом я смогу что-нибудь сделать. Ну да, я сдох. Не, подожди, надо, короче, этот... так, меч, и также горевший в таверне факел, еще бочка. Надо что-то с бочкой сделать. Надо разместить как-то бочку и поджечь ее. О! Стоян! А почему она исчезает-то? Алло! Сейчас, погодите, может вообще бочку, типа... Ну, нельзя. А что надо тогда сделать? Подожди. Теперь я понял. Да блин! Тихо. Стоять! Да ёп! В смысле? А, может быть, теперь ее надо поджечь? Так. Да? А чего, почему нет? Ладно. Пока допетришь-то, ну... Пока допетрит он, а? 3 года пройдет. На-на. До свидули. Пойдем за мечом сходим. Мне кажется, меч нужен будет. Хаймрик. Не, не. Йоу. Так, надо, короче, это, ну, нормально. Нормально собраться.
Переходя через мост из слов, Хаймерик подобрал меч для защиты. В смысле, я уже... А каждый новый уровень я с новым, ага, я понял. Он старательно избегал провалов между словами, а тут и Огр появился. Ой, ничего себе! Я понял тебя, братан. Короче, надо быстро убегать. Ёб твою мать. Да ёб! Ну я не хотел. Сука какая, а? Смотри. Да, а почему ты назад-то не прыгаешь? Алло! В смысле? Твою мать, надо привыкнуть к тому, что да, тут не плавающий такой пробел, ну то есть прыжок, ему надо прям, короче, я не успеваю нажимать на пробел. Ну не, ну ёп. Да ёппара карабарабарабара. Карамба. Святой ангел, давай. А почему? А, ну да. Пшел отсюда. О! Вот ты падла какая, а? Пшел, я говорю, отсюда. Да блин, ну а как тут успевать-то, ёпарный кара? А почему нельзя кнопки-то было на мышку хотя бы сделать там F? Я вообще, то есть, без мышки играю. Но это вообще игра для, как вы поняли... Да ёпарка, ёпаканакова карака. Игра для этих, ну для консолей вообще. Да иди ты на! И тут то корена, малин. Как ты, блин, проваливаешься-то, ну? Давай, иди сюда. Давай, шлепай. Оу, ее! Все, вот это все очень просто, это же все, ну это же, ну что, ну... Колдун Мурдок призвал ледяной столб. Ой! Подожди, атаковал Хаммика с передовым случаем, Хаммика приходилось нападать. Горячий факел из оружия, чтобы победить ему прицел атаковать. Со скоростью молнии. Извиняюсь. А что мне надо делать? Ничего не понял. Подожди. Потом он поднял жезл, атаковал Хаммер смертоносными лучами. Хаммерику приходилось нападать. Чё там нападать? Я не знаю. Надо дойти до туда. То есть нужно, короче, тут уходить. От, ну, типа, от этого песосина. Опа. Блин, то есть это я сам на себя взял это говно, типа, ну блин, ну это бред. Мне это не нравится. Неправда, успел я уйти, не ври. Ладно. Чтобы поймать его. Потом он поднял жезл и атаковал Хаммерика смертоносными лучами. Хаммерику приходилось нападать. Непонятно пока, что надо делать. Оп.
я не могу перейти на уровень, да? Ну, в смысле, на высоту, да? Что надо делать-то, не понимаю. Опа. Да иди ты, ну блин, это такая бредятина, конечно. А, я понял, когда он трогает этот. Хаммер хотел нападать снова и снова. Опа, мне нужен этот факел. Быстрее! На-на! А не, сейчас мы тебя трахнем, мурдок. Часка, Неправда. Блин, ну это сука. Йоу. Блин, ну почему ты не хочешь-то, ну? Да ёпарно, блин. Да не, просто бредятина, то что, ну, он, короче, иногда, видишь, он там застревает в этих, в секторах, и он не хочет брать. Давай быстрее, ёп. На-на! Все, остался только му. До свидуси, буси-буси. Сю-сю-сю. Верните музычку-то, ну ничего-то, ну верни ему зло. Верни ему зло. Нужно поскорее всех разморозить. Может, этот факел внизу мне поможет в этом? А, внизу? Точно. У него что-то был этот. Факелоха. Факел. Эть. У нее такое лицо. Че, размораживаем? Будь свободна. Спасти зверя? Какого зверя? СТП! Кого ты? Ну, теперь львица сама о себе позаботится. Ай. Ну, хорош. Ну, не надо. А чё я без руки? Это смешно. О! Вот то... А, бесконечная рука, типа... Быстрее. Сваливаем нах. Сваливаем нах. Ты с ума сошел? Да за такое... Алджернон вздернет тебя на висельнице. Следуй за мной. О! А вот и бесконечные ручьи. Ты защитил меня, почему? А-а-а-а-а. Что теперь? Ты что, надеялся, что меня так просто победить? Мурдок был еще жив. С помощью книги он втянул Хаймрика и Левицу в собственный мир слов, а затем призвал своего хранителя, ледяного белого медведя. Тот обратил обоих в бегство и погнался за ними. Итак... В непрекращающейся погоне прошла решающая битва. Неупокоенный Мурдок. Погнали. Мурдок атаковал Хаймрика лучами, а затем призвал ледяные столпы, чтобы поразить. Львиц с помощью верного... Опа-на. Арбалета. Хорош. Стрелы. Стрелы.
Сбить люстры? Какие люстры? Поджечь стрелы. Его привел труд, лучи были повсюду. Это тяжело. Все, я понял. Так, я понял. Ой, пап! Ай, ах ты все, бог! О! А как это? А как можно это было пройти? Не понял, подожди, это тяжело. О! А! Блин! Люстра, точно! Фак, не успел! А, я могу вообще не нажимать. На-на! А как это обойти-то, ёп... Да ну! Подожди, а как обойти эту говнище? Давай, погнали! Я готов! Я готов! Я тебя сейчас... Я тебя сейчас так распи... Ну ты понял, короче, да? Опа-на! На-на! А? А? Ожидал? Не ожидал? Собака! На-на-на-на-на! А-дя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 -д
Подожди, а как это обойти? А как это обойти, я не понимаю. А, я могу... Ой. Я могу стрелять в эту хрень? Или нет? Да, но видите, я короче понял, как это все делать. Я просто думал, я могу стрелять только, то есть, а нужно стрелять-то и в этого тоже. Ой. Поворот, поворот. И ударился зубами я об рот. Погнали. Сейчас у меня. А, он ему стрелы, простые стрелы, короче, ему насрать, да? Да блин! На-на! Ай, ну как ты два раза подряд-то одно и то же сделал? Ай-е! Да, красавчики мы или не красавчики? Да, конечно же, красавчики. Ю-ху! Я что-то расчихался, надо бы это, да? Это смешно. Да, ребят, наверное, на этом закончим эту первую серию этой замечательной веселой игрухи. И если вам понравился видос, ставьте лайкосики, подписывайтесь. С вами был Шмыга. Всем пока, всем счастливо.